Приехала новая посылочка. Что в ней? Не крышка предохранителей, которую надо будет доработать напильником. Оригинальная наклеечка МТЕХ. МТЕХник. 180 гривен за штучку. Пока что купил одну, посмотреть вообще, что это такое. Приехала маленькая клипса на боковую крышку спортсица. И фасонный шланг с 52-го мотора. Потому что мой пришел в негодность, и там стоит сейчас какая-то самоделка. Так вот, поставил только что карту, которая болталась постоянно. Купил новые клипсы на яме. И сейчас поставлю боковую заглушку. Вот она, от задней двери. Посмотрим.